Привет! В эфире программа «Твое ТВ» и с вами Екатерина Манвелян. Кларнеты, флюгельгорны, альты. Звучит как магическое заклинание. На самом деле это духовые инструменты, без которых не обходится ни один оркестр. А вы знаете, где живут лучшие юные музыканты? Конечно же, в Югре. Детский духовой оркестр Центра искусств для одаренных детей Севера стал одним из лучших в России. Российское духовое общество провело творческую смену 3-го Всероссийского фестиваля конкурса детских духовых оркестров «Сильные духом». Фестиваль прошел с 20 апреля по 10 мая в Краснодарском крае на территории Всероссийского детского центра «Орленок». Он объединил более 100 юных музыкантов Московской и Тамбовской областей Ханты-Мансийского автономного округа Югры. По итогам творческой смены детский духовой оркестр колледжа-интерната Центра искусств для одаренных детей Севера получил звание лауреата. Виталий Анатольевич, поздравляем вас с победой! Расскажите, как проходила подготовка к фестивалю? Сколько часов в день длились репетиции? Большое спасибо за поздравление. Подготовка у нас началась в марте месяце. В кратчайшие сроки мы сделали программу. Причем ту программу, которую мы никогда не делали. Они понимали, что за такое короткое время сделать, выучить, отработать и концертную программу, и программу дефиле – это очень сложно. Тем более они никогда этим не занимались. Для нас это было впервые. Занимались мы действительно много. И в каникулы, и по вечерам, когда время было, и суббота, воскресенье. Репетировали и здесь, в нашей студии оркестровой, а также в спортивном зале. Как вы подбираете концертный репертуар? Советуетесь ли вы со своими воспитанниками? Прежде всего, это дети. У нас очень большой детский блок. Это различные детские песни, песни из мультипликационных фильмов. Есть попурри. Духовой оркестр нельзя представить без марша и вальса. Сейчас нам было предложено для участия в сводном оркестре в Орленке сводный репертуар, где были тоже различные произведения различных жанров. Татьяна Васильевна, расскажите о поездке ребят в Орленок. Впечатления о поездке в детский центр Орленок у меня остались самые положительные, потому что такие поездки, они дают колоссальный опыт для наших детей, потому что работа в совместном сводном оркестре, она очень сильно мотивирует детей на дальнейшее их творчество. Они знакомятся с другими исполнителями, и, конечно же, это дает такие хорошие плоды. Дети наши посещали самые интересные, разнообразные программы Орленка, имели возможность также выступать сольно. И очень сильно сплотились, очень сильно подружились с остальными участниками других коллективов из города Можайска, из Москвы, из города Тамбова. Фестиваль «Сильные духом» относится к национальному проекту «Культура» и проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации. На мастер-классах по духовым дисциплинам и творческих встречах участники перенимали опыт у знаменитых российских музыкантов и педагогов. В конце смены коллективы приняли участие в постановке детского духового шоу, в составе сводного духового оркестра представили концертную программу «Ко Дню Победы». Кроме программы профильной подготовки, юные музыканты проработали навыки межличностного общения, дипломатической коммуникации, расширили свои познания в области здорового образа жизни и экологического этикета. Работали театральные и танцевальные лаборатории, дискуссионные клубы и диалоговая площадка. Расскажи, что тебя больше всего впечатлило на фестивале? Может быть, ты ждала какого-то спикера? Больше всего меня удивила масштабность сцены, потому что очень большая сцена, которая заставляет не то что твое сердце биться на выступлении, но и глаза разбегаться по всему залу. А как ты справлялась с волнением? Я просто смотрела в зал. Я понимаю, что на меня смотрят, и они улыбаются, когда они меня смотрят. И для меня это очень важно. Как ты тренируешь свои легкие? Существуют ли какие-то секреты, как восстанавливать дыхание, если оно сбилось во время концерта? Нет таких упражнений специальных. Ну, если прям дыхание вообще сбилось, то можно взять передышку, выдохнуть и снова взять дыхание и продолжить играть. А когда вот совсем уже устаешь, в оркестре есть перерывы, в какие-то моменты, когда ты отдыхаешь. Thank you.
Ребят, а какую музыку вы слушаете в свободное время? Я хочу отметить то, что я как бы играю классику и слушаю тоже, не отходя от классики, ближе к классике, там, песню какую-нибудь по душе. Всегда у меня есть по настроениям песни разложены. В основном я слушаю рок, это Queen, David Bowie. Я люблю слушать джаз. Я слушаю спокойную зарубежную музыку. В свободное время я люблю слушать альтернативный русский рок. Дайте танк, электрофорез, пирокинезис, буйрак, би-2. Ну, просто из рока Neighborhood, Mother и многие подобные. Сейчас, когда широко развиты электроника и техника, школьники все больше отдаляются от искусства и замыкаются на компьютерных играх и развлечениях. Значительный вклад в решение этой проблемы вносят школы искусств, где ребята постигают богатство человеческого духа, учатся мыслить, искать и творить. А какой вид искусства предпочитаете вы? Делитесь своими мыслями в нашей группе ВКонтакте. С вами была программа «Твое ТВ» и Екатерина Манвелян. Всем пока-пока!